Воздать Творцу благодарение за все величие творения мы в этот дом пришли. Благословляя жатву нашу, Бог нам протягивает чашу из россыпи плодов земли. Не признавая карантина, росли клубника и малина, просились вишни в рот. И дыни зрели, и арбузы, ломились яблони от груза, носили пчелки мед. Что будет завтра, мы не знаем, но очень четко понимаем, так будет не всегда. Последней жатвы время близко, и потому склоняем низко пред Господом сердца. За эти дни благополучия, за то, что нам живется лучше, чем многим на земле, давайте благодарны будем и благ всех этих не забудем в днях, что лежат во тьме. Там будет, видимо, тревожно, ведь кто-то грозно и безбожно мир превратит в хаос. Послав нам книгу Откровенье, открыл истории течение нам сам Иисус Христос. И Он же учит нас: не бойтесь, и говорит: во мне сокройтесь, тогда вы не одни. Вы верой слово исполняйте, и светом будучи сияйте, я ж с вами во все дни. Доверимся ж святому Богу, и предлежащую дорогу тому лишь посвятим, чтоб ожидать Христа явления. Тот день придет, и мы в нетленье навеки будем с Ним.